Индей подстанции. Участок по ремонту обслуживания электрического оборудования. Электромонтажный участок, сантехнический участок, зарядно-аккумуляторная станция, лаборатория КПА. Четвертое. Начальником цеха назначить Степенкова с окладом 150 рублей в месяц. Освободил от должности старшего инженера ОГЭ. Директор завода Аксентьев. Вот такой приказ был издан в то время, далекое. Еще раз, в очередной раз до вас, может, там очередной кто-то начальник, и вы будете вспоминать. А вот люди, которые были в то время, ну, в 76-м году, ну, был составлен список, желтой бумагой. Участок сетей подстанции, старший руководитель, старший мастер Никитюк. Состав был 7 человек. Монтеры, слесаря, Трофимов, Скуратович, Арицанов, Тыщенко, Максименко, Руденко, Алексей Иванович. Меня здравствует, представитель закона. Вырастили. А? Вырастили. Вырастили, да. А Никитюк уже главный энергетик. Он любил не тягать. Участок технического обслуживания технического оборудования.